Хотела рассказать, как работает. О, все. Все, дякую, рассказываю. В общем, решила Галина Васильевна сделать себе красоту бровей. Ей надоело выскубывать этим пинцетом, и она решила сделать по типу депиляции. Купила я себе эти восковые, как они, полосочки, и в подброви наклеила. Снимаю одну, срываю полбровы. Понимаю, что если вторую сорву, то буду похожа на противогаз. Я быстренько ее сняла, этот клеил еще не приклеился, но остался на коже. Я понимаю, что катастрофа, что надо что-то быстренько решать. Я беру жидкость для снятия макияжа, вытираю, не снимается. Я беру водку, не снимается. Я беру спирт, не снимается. Беру жидкость для снятия лака, не снимается. И тут у меня паника. В общем, верхняя повека приклеилась к брови. Смотрю, что уже пошел ожог, и что делать, не понимаю. Мечусь по ванне, ищу хоть какой-нибудь крем. Остались предыдущие крема до знакомства с Forever. Приобрела себе набор Соня. Тюбик очистка. Беру этот тюбик очистка, наношу на спонжик и одним взмахом руки снимаю этот полностью клеёл. Смотрю, что у меня там ожог. Завтра на работу. Что делать? Наношу этот крем, который вокруг глаз. На утро ни следа. Утром привожу себя в порядок и сама себе говорю: вот пускай мне кто-то скажет, что продукция Forever не работает.